Всего лишь пару слов. Конечно же, это перебор груза. Надо вот из той пачки собрать. Я вот сейчас поднял, подвез. Чуть трактор не перевернул. Не забывайте просто про задний ковш. Дело все в том, что на поворотах он может просто перевернуться при такой тяжести. Паук укоротил, зафиксировал там, крюка нет. Я даже не знаю, эти цепи, наверное, не рассчитаны на такой груз. Но задний ковш можно использовать как противовес. Желательно его передвинуть посередине. Можно даже выдвинуть дальше и набрать полный ковш чего-нибудь тяжелого. А может быть, даже отдельно подцепить на него что-нибудь. Но все равно это не рекомендую так делать. Все-таки написано 1000 килограмм. Значит, не больше. Ну вот едем вроде. За несколько раз вывернул с этого небольшого участка. Все неровное. Колеса подкачать не знаю. Положу пока здесь. О, аж чувствуется как. Ну вот так все это выглядит приблизительно. Телескоп не выдвигал, просто ковш немножко туда дальше. Задние колеса, особенно при сложенной стреле, задние колеса вообще на воздухе летят. Не, ничего, нормально. Но все равно лучше всего, конечно, на месте колеса не крутить. Вот такая мотота. Там труба крематория. Шутка. Вот так эта картина выглядит в движении. Но надо торопиться. Вот смотрите, вам надо проехать очень близко к какому-нибудь обрыву или канаве. Другого выхода нет. И трактор норовит сорваться. Это видно, особенно на сыпучих песках. Во-первых, на противоположную сторону в ковш можно что-нибудь нагрузить. И обратную стрелу, экскаватор, вывести максимально. Ну, не обязательно максимально, на противоположную сторону. Можно в ковш тоже что-нибудь нагрузить или на крюк подвесить какой-нибудь груз, например, виброплиту. И таким образом выехать. Безвыходных ситуаций не бывает. Все.